проблемы. Ну и покатили. Можно убежать. 3-1. Чуть сзади Кузнецов. Ему передача, бросок. Гол! Ну, во всяком случае, мы не напрасно сели к телевизорам. Кончится может всяко. Но этой первой канадской, да, наскок нас не смутил. И сборная России открывает счет. Я перед матчем, Сереж, хотел одного, и, по-моему, со мной согласился. Я хотел загнать их в игру, букмекеры, как говорят, верховую. Не на 1-0 или 2-1, а на что-то похожее тому, что случилось в Оттаве, например, или в Баффало. Ну что же, забивает Евгений Кузнецов. Кузнецов забивает. Якупов чуть сзади. Кузнецов слева, пас на Кузнецова. Бросок, гол! Очень важная шайба, не только потому, что заброшена, а потому что... Когда заброшена? Да, когда заброшенная. Когда нас прессовали. Я все время смотрю туда на скамейку, вроде как Ярослав Косов там еще в заботливых руках нашего эскулапа, но в сознание, по крайней мере, пришел. И гол этот приветствовал. Давайте еще раз хорошая посмотрим. Хорошая комбинация, да. Хохлачев, Якупов. Опять Якупова заметим, да, он по центру ускорился, утащил защитников немножко на себя, приоткрыл траекторию паса. И эти же защитники теперь уже севшему на колени. Батарея. Проводилось 202 тысячи. Ну, и в центр, и в центр, Наиль! Гол! Якупов, Кузнецов, 4-1. Господа, я не знаю, чем все кончится. Я не знаю, чем все кончится, но подобной заточенности наша сборная на турнире еще не демонстрировала. Вы же посмотрите, понимаете, что... Посмотрите на Веджвуда. У нас нет команды сейчас молодежной, которая может 60 минут соперника давить. Нет. Если вы придумали, что именно такая команда едет, чтобы рвать всех куски, то не давление все 60 минут. Было понятно, что сегодня придется играть, и еще придется играть, включаясь фрагментарно, на исполнительском мастерстве, а обороняться всей командой заточенности. Я не панигирик сейчас пою, я просто говорю, что еще ничего не ясно. Ничего не ясно, и судьи что смотрят? Еще возможный офсайд? Или увезут? Мы не с Латвией играем, господа хорошие. Конечно, игра в пас такая великолепно смотрится, но все-таки не в средней зоне. Вот чужой играете, гол! Гол, Евгений Кузнецов, 3 гола плюс пас. Неужели Наиль забил первую? Хохлачев. Александр Хохлачев, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Во всяком случае, показывает нам Хохлачева. И я тут, по-моему, хватило бы сил. Да. Мы играем в хоккей. Мы умеем играть в хоккей. Александр Хохлачев. Требовать подобной игры в каждом матче против любого соперника, извините, не по-моему. Вы знаете, что сегодня на раскатке сборная России отказалась от общения с журналистами. Ни с кем нет, которым была легкая раскатка, я думаю, просто для погулки. Чтобы не заспали до обеда на самом деле. Поэтому, конечно, силы не беспредельны. Но пока мы играем, как не играли даже в Баффало.